Кто у нас есть? Нам нужен миликрит. У нас есть миликрит? Ну, у нас есть миликрит на двух боссах. На трех даже. Фрей тоже в одного танка идет, да? Нет, в два. Окей, да, похуй. По ДД нужен нормальный, кто у нас есть. Асмодей. Она уже идет. Распылять будет. Асмодей ходит со вторым стать. И Лоя, да? Лоя нету. Лоя мало. Лав Квин, может быть, Андрюха Мораль, да, не знаю. Женя. А рыбу ты к ней баффа дать. Ну, он Мораль с нами сидит, если что. Все это время. А, ну, типа, кто танчить будет на следующем? Найдем. А проблема, будет Frozen потанчит. Завернется, целый круг придется ждать. Давайте, блин. Мы просто меняем слот, который... Давай, был... давай, пульнули уже. Массакр. Хил, ну почему не хилите, блядь? Я хауею. Не, ну вы как-то пульнули, я вообще стоял, я, блядь, даже не поесть не ушел, ничего. Я даже не ждал такого. БР дать? Бафу дайте. Лапу. Гибло. Ты перекинул, да? Ничего не перекинул. Я перекину. Там это хауе, да? Это в кошку. Блять, не д... Сейчас нужно короче. Вот он там в улую добить, сука, эту, блять, и убежать оттуда просто. Под... Ну, босса даже может не выйдет нормально. Сейчас, стой, 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 куда повел? Ой. Порушечно. Что у нас еще гера есть? Ну а что давай? Нажимай, нажимай. Если что, тотем трепета может убить кошка. Смотри, если убил, то обнови. Сейчас это отходим, 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 отходим. Ауе дали? Я дал ауе. Типа босс либо. Можно подальше уйти, чтобы фир не забежать. Душу. Сейчас фир будет. Сейчас фир через секунду, возможно, будет. Еще не факт. Плотнее в кучку встаньте. Вот. Ну я вам детка выйду. Кошка, 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 блядь, таргет. Бусты прожимаем, кошку заливаем. Припотик можно нажать. Блять, как ты? Отходим, отходим. Я под лицом стоит. Поближе. Вис? Давай. Любые. Вис? Обратно побежать. И ход. И ОУЕ. Сначала ОУЕ, потом ход. Все, ход.
АОЕ, свобода кошку. Все, отходим. Аккуратнее. Все, под лицо встали и подожила. Значит, так скоро к мобу придем. Ну, по кругу поведем и все. Или Фирия нахуй забежим, блядь. Вон у нас здесь как-то. Под босс. Если я на экспошку выведу, блядь, отсюда. Попробуй. Появится. Да уже можно не бить кошку, а просто добить босса. Там, на костык тут твари. Да я и не буду. А, шо упало. Как же она орёт, пиздец, охуенно. И вара не тащил. 300 дпс в секунду уже зла. А чё так много? Слушай, наёбывайся. У меня на двуручной пухе 232. А тут жезл. Тракторист, жезл тракториста. Так, идем на... Ой, а что за лаги? Ой-ой-ой-ой, что это такое? Хилайтесь, мама. Ну, меня пролагало. Честно. Мы на Хадира не убьем Хардмода на ветерон. Да, да, надо кого-то. Если не хрена, может, убьем без хэма. Да, кстати, предлагаю мимика. Ну, там три хила надо на мимика. Бля, ну если три хила, типа, это минусова, блин. Зачем там три хила? Ну потому что там прохиливать надо. Там просто достижной бой. А кого мы можем, подожди, позвать ДД еще, блядь? А никого нету, нахуй. Пошлите убьем ДД хотя бы. Игниса и Старкрилл и стопнем все. Ну давай. Ну да, кстати, тоже вариант. Давайте просто их добьем и все. Пиздец. Это охуя, куда нам лететь? Кузнец. Блин, я думал, подольше пустить сегодня, блядь. Ну, вишенская хуйня, потому что нету чувака. Да нахуй вообще его брать было? Это было, бля, было логично. Как будто первый раз тут такой, такой, блядь. Ну, у нас это... Он на их стрит постоянно съебался, если ему что-то не нравилось, по каким-то левым предлогам его. А че, пошли? Куда вы пошли? На Старкрилл? Да гой Игниса сначала, ебни. Ну гой Игниса. Ну пошли, сейчас это, Айв переодевай. Так, забань. Он не банит. Ну, значит, на втором танке поведет. Его только в реп можно кинуть, или допустим. Только нет. По идее, рога тогда ставить может, раз реп есть. Хотя нет, странно. Он вроде великан. Это великан. Ну там вроде работает, кстати. Он великан. В описании. Это сап только на гуманоидах работает. Подожди, нечаянно говорит, его неделю не будет. А с какого числа тебе не будет неделю? А завтра? То есть сегодня ты последний день, да, получается? Получается так. О, бля. Ну, можно Марлю попробовать на его место взять. Ну да, сова нужна, пусту по сова. Не, я считаю, что нужно кого-то сейчас искать уже на замену этого молодца с виндой. И Хадира закрывать сейчас. Плюсую.
А Элиза есть, блядь. У него есть ДД или он только БДК? Саня, красава. Будь здоров. Я чё подумал, у меня микрофон отключен. Сорян, отключен. Это не прохилили, блядь. Ебать, Арчи, чё с тобой нахуй? В смысле? Да, я в хилботе даже не отображается, алё, блядь. Да у тебя, блядь, вообще сегодня ничего не отображается, нахуй. В смысле, блядь, чё, алё, блядь. Ты даже, блядь, соло хилит эту хуйню всё, ебать. Да, чё конечно. Чё с тобой, ебать? Ну, после кары расслабился. Он, походу, растерял нам всю хватку, ебать, хиловскую, блядь. Пойдёте, я ещё, вы покажете, как вы понимаете. Блядь. Раньше нахуй с тобой, блядь, ебашили нахуй соло, блядь, Кауругер хилили, блядь. Блядь, а здесь вообще что-то расслабился. Я типа, то, что ты дал, 4 там сколько как ХПС на этих, это очень овер дохуя, ебать. Вот, точнее, овер мало. Типа, на собрании там, нахуй, средний, от того, какой там урон, должен быть 6 хайпа ХПС. 3 хила. Блядь, какая нахуй разница, сколько? Нет, того, почти 2 хила. Ну, в 2 хила хилили, ебать, это то же самое было. Ну, покажите, как это хватит, где. Не, ну, типа, я уже хилил 2 хила, то есть, ну... Не, типа, я с ДЦ не пробовал, я первый раз там был, я не знаю, как ДЦ захиливается, может, там какой-то действительно, по-другому. Как Песеля зовут? Кого? Ну, собака лает. Манай. Я так и знал. Собственно, хотел спросить, случайно не Манай? Ну, поддерживаю. Да, он интересно вообще играет, нет? Да, может, ник сменил, не важно. А, хотя подожди, может быть, туда виделся, да, друзья? Чё? Ну, если он даже ник меняет, он же в друзьях будет видеться, в любом случае. Нет. Да, что будет? Да, да. Нет, это не влияет. И вообще, друзья, тут в Вове работают по-странному. Ты не принимаешь запрос в дружбу, просто чувак тебя закидывает. И типа, он твой друг, а ты его не обязательно. И даже если ты ник меняешь, нет. Не срастется фишка. Ну. То есть у него поменяется ник вместе с тобой, из друзей ты не вылетишь. Если друзья, ну, типа, то навеки, на до конца. А если ты еще догадался заметку написать, ну, что-то типа у этой собаки раньше ник был Манай, и потом он поменяет, заметка-то не поменяется. Вот у этой собаки раньше был хозяин. Что-то около.
Раньше еще вторая собака была, но теперь она не играет. Никита? Ну да. О, Никита был угарный щелок. Че, ты босса или голема? Я големов держу. Никита, у него везде побрито. Ну типа это, с Comedy Club, что? И недавно шефу рассказал, у нас работает один Никита, инженер. А, дайте эту еду. Ну, в смысле, первую. Ну, я поставлю. Так вот, я ему рассказал, говорит, нет, что Никита это тот, кто сделает все в устной форме и задним числом. Пиздец его пробило, он ржал полчаса после этого. У нас просто бюрократии много. Убил нахуй человека просто. Да. Ну да, в смысле работать он уже не сел в этот день. Все, он лежал под столом. Там. К нему люди заходят, знаешь, документ подписывают, он такой... Расскажи, говорит ему. Я рассказываю, он, этот чувак такой тоже. Чик присел. Чик присел, посидел такой. Это слезки вытер, пошел. А потом такой возвращается. А вы мне документ подпишите? Иди, иди. Иди, иди. Ready, steady, go, бля. О, я так и не чё, понял, в чем прикол. Что за прикол-то был? Анекдот или что? Я Никита, все сделаю в устной форме и задним числом. Типа понимаешь, да? Гомик, да? Господи, ты че, Comedy Club ни разу не смотрел? USB не, Turbo, ты здесь. Не смотрел. А, ну, блять, сложно объяснять. Да, да, да. Сложно объяснять, когда человек бескультурный просто. Вот так вот. Мрази! Просто мрази. Гуляй. Замену, кстати, там это спрашивайте, где есть то. Фу, на тебя так сказать. Ребята, вот час, нет? Давай. Хорошо, что не меня, блядь, я же испугался. Что ты, сука? Саня, это судьба, Саня. Саня, ты в порядке? Стоп-каст. Центр подбить просто. Так, кто на мобах? Санёк, поразбиваешь. Мочи. Топ-каст. Приешься там. Ну выше долбится просто. Да. Топка. Да я и чувствую, как арчи прийти, я тут чувствую. Чувство чужого пота. Ты как агент Смит в Матрице, да? Я говорю, дышу и этим воздухом. Мистер Смит, вы чувствуете мое проникновение с подкаста? Мистер Смит. Ой, хоть не меня, хорошо, спасибо. У меня мало маны, блядь. Нахуй. Хули ты не жалеешь ее, блядь, а? Сука. Ебал. Пожалел бы ее, блядь. Сам что-то характер. Не, в десятке очень хардом Андрея ходить, мне это пиздец. Именно.
Топка. Иди нахуй, сука. Выкинь меня, бля, с ковша с тобой. Ля, тупо купаюсь, лежу нахуй. Да, квеста как будто вообще нету, хуже. Он так долго умирает, босс это. Всегда долго умирает. Просто 10 очень лямов круто. У него. Я хуй знает, я прям вот ощущаю, что, что ДПС как будто в пизде лет. Ну, пять ДПСеров. Что за ДПС у вас с этим? Вот 5 лям. Что такое, Саша? Топкаст. Александр, ваше оправдание, блядь. Слушаем, нахуй. Он мертвый вообще. Ну что за ХПС, Арчи, блядь? Там где хил, блядь? Я не умею на А подними Будаби, а? А то он так, блядь, отдыхает. Разбейте железное создание. На Будаби работает. Не знаю, что тебя понимали. Воскрешали, блядь. Может, ХП крутить? Да, ну, нахуй. Моба, забери, да. Стопка. Слушай, надо на ДПС крикнуть. Очень надо. Все, блядь, полетели мана и не едно. Вары магов не любят, поэтому магический ДПС это не к нам. Все ясно. Богдан. Расисты. Какое время же он что-то делать, стоп-каст? Там молис ману, нет? Иди там, да, с автоатакой будет. Озарения нету, может быть, тотем там. Возложение рук. Дим 20... О, это. Инер 20 секунд. Взял, перебежал через меня. Маму подхвати, как подбежать. А нихуя ты дуешь, блин. Ну да, под мордой хуёво. Привет, что даже... Не думал, ебать, что-то... я в ахуе. Маны нету. Нет. У меня 60% крита, ебать. У меня 6 килл ушёл подряд не критует уже. 7. Нормально, сочаю. Чёткий рандомчик. Где-то в ротации ты ошибаешься, мне кажется. Ну, Артю, расскажи, в каком месте ошибаешься. Что-то быстро, ебать. Твоя ошибка, что ты играешь на сервисе, да? Да не, когда Саша сказал захил меня, в смысле, это вообще прям за душу взяло. Он мне говорит, что это хуёвый. Подрастерял, говорит, навык. Какого чела проебал? Вы видели, как он упал, блядь? Просто вы видите эти перчатки, блять, латные, это просто опять хуйня. Они же, да? Это те же самые. Да, это те же самые конченые. Так где, а что за хуйня? Так кожа лут был и на прошлом, когда так же кожа, и эти латные. Не знаю, кожи не было, я не была видел. Была кожа. Может быть, у вас конкретно походу. Бля, походу там винда вообще не вывозит, ебать, ну просто не вывозит. Не хочет обновляться, ебать. Покажи, я сам тоже. Самое стрёмное, что он может прийти потом снести это КД, блядь. Самое стрёмное, да. Что он просто нас кинул. А это уже было, это на X3 уже было не раз уже. И не 2, и не 3, ебать. Он просто под каким-то предлогом просто уходит. Типа, я мне там, бля, по телефону позвонили, все, уж пропал, нахуй, блядь. На следующий день пришел его. А что на следующий день ты сказал? Давайте все бафаемся. Не помню. Бафните мага, пожалуйста. Там же пол. А когда... Когда этот ковер будет? А че вы Андрея не возьмете? Вот сейчас на данный момент. Не надо, смысл... Ну, мне проще уже с нуля пойти.
Ну, как хочешь, Ень, я просто к тому, да, что... Саш, мы... дай, пожалуйста, дайте кто-нибудь, пожалуйста. Да, мы хранители ни одного не убили, пока что. Если хранители тебе точно нужны... Вот если бы литературе хуеплетами всех не обзывал, блядь, был бы нормальным пацаном, пошел бы в рейд, блядь. Ну, вообще-то, да, я считаю, что он сейчас совершенно не прав, особенно если часть своему слоту вступили. Ну, типа, вот нашли, в смысле, слот, вот тот как раз для него, и он так вот себя повел. Ну, это вообще... Еще личку мне на это накидал прям. А потом из гильдии ливнул, потому что он обиженка. Мне кажется, это... Саня ему, блядь, объяснил, да, Саня? Да пиздец, всю кровину завернул. Нет, я ни разу не ливнул, это вообще, блядь. По лицу ему, пожалуйста, заверни, а то он мне задолбал. Я, говорит, с тобой ни разу не опоздал, говорю, иди в рейд. Да я, да ты чё? Да он! Блядь. Да. Поехали, блядь. Чё, мы ждём? Кто умеет запускать это говно? Пиздец, 10 раз просил воды, хоть кто дал. Зачем тебе вода? Забей, да. Нам с моей мамой это нельзя было, да, купить? Это религия не позволяла. Заебись, вода. Арчи такой, ааа, с мамой. Малерона, а этот вар, этот ГМ гильдии, эти Этерналов или где? Да. Чё он так подставил, блядь? Он так ходит. Он ходит только в самом сильном пати, бас. А мы хуёвые. Так он одет как бомж. Ну, блин, бывает. Ну типа, а чё его брать в сильную пати, если он бомжа? Без обид. Бля, обидно было, кстати. Ну типа, ну, пушки собраны, нахуй мы трэш ждем. Сейчас вот трэш выйдет. Давай, вот вышел. Давай уже. Китай. Ну ладно. Китай. Ну чё, за пушки никто не смотрит? А я только, блядь. Чё, мы дай трэш убьем, я запущу. Да чё-то трэш убивается. Две пачки запускаются обычно. Все, вертушка будет осторожно. А Геру дать на первый? Да. Второй, да. Я запустил, да. А когда борт ты все, если не на Геру. Да все, выливайте. Не. Ты там погрипы хоть по одного. Кого-нибудь. Из-под лица выйти. Декат тоже выпадет. А, я забыл, а вот если мы не убиваем вас такую и не садим на робот, что робот получает? Нихуя не получает. Лицо. Просто леща получает большого такого. Ну, то есть, там, вообще... ну типа, я да, думал... есть. Просто с них лут хорош, как бы, бывает, ну, кроме вот этих перчаток. Перчатки полная днища. 25-ки тринка на танка хорошая. Да, выпала уже один раз. Спасибо ей. Что, падал, да? Да, я есть. Я болился богу рандома, что хоть какая-то тренька на танка выпала, и она упала. А потом как раз мы с тобой шли, и выпала еще одна, которую ты забрал. Да, но она бесполезна, как тренька для меня. Это еще, да. Не, ну хоть одеть им левел, а еще просто одеть тут, да, можно. А так... Вопрос! Мы убиваем Астрокрыла Юро? Нет, нету 50-го, где взять? Ты знаешь, кому в дверь стучать? Слышишь, смекалка? ГМу этому приходишь домой, блядь. Поджигаешь, да, фитиль, да, и взрываешь его. Варок шикарный, сейчас. Вот, хорошо. Показываешь багажник изнутри ему. Запусти. Бля, я без маны, нахуй. И че, надо инер, пожалуйста? Бля, когда, да? Ля.
Иди под басты. Да ладно, я так закрыл. Че, мы не успеем? Не успеем? Конечно, не успеем, блядь, я к себе. Полубой манурез. Обычно всегда за три посадки. Ну так минус один у нас. Ну, да, у тебя тоже 9 тел же. Я подержу ты этих ловит. А, ну окей. Я подержу. Жди следующий. Мне нахуй в голове вот этот, блядь, а помните такой мультик Вуди Вудпекер, блядь? Да в голове вот это. Так, не надо вот эти свои фантазии нам в уши. Я не знаю, мне тут песенка из этого мультика в башке заела, блядь. Какая песенка? Ты сейчас вот этой песенкой назвал, да? Ну вот это в начале у него там типа блядь. Ну что это такое? Это типа его коронный смех. Да, типа коронный смех. Дай. Да, старый мультик. Я запал. Быстрее, она скоро снова взлетит. Да сейчас пей. Ой-ой-ой. По кругу ведем, я скажу, когда забрать. Так, давай вставай на мое место и перехватывай. Ставишь ее вот так вот ровно на вот эту синюю шляпу. Да я знаю. Красота. Я просто так разговариваю сам с собой, значит. Что за? Ну да. Когда два стака будет, скажешь. Не, я очень хочу, чтобы Афалечки была вот, блядь, и там вот, типа, играть. Да она будет, Макс. Она будет, да, ну, года через два, через три, наверное. Кто будет? Ну, Лич Кинг, нафиг. Как там, типа, Лич Кинг Классик, как-то так будет называться, наверное. Типа, у них же Бёрнинг Крустейн Классик, типа. Не, ну, здесь там мы узнаем, что такое рабочий выбор. Ну, да, я очень хочу. Чтобы он сразу был открыт, ну, то есть, как положено, бля, а не вот это, бля. Да его нерфили же кучу раз. Так, бля, криво все работает. Топ, голова. Чё? Чё? Да просто этот я забедил на себе с мастерством. Ну, пишите там куда. Видно. Ну, мы завтра, наверное, пойдем сами. Попытаемся. ДК, ты, у тебя второй спек какой, Фрост? У меня второго нет, только там. И не будет, да? Ну, вообще как бы может быть, но это в далеком будущем, потому что... Будет какой-то тебе причитательнее. Блять, по-моему, я анхолика обычно собирал. ФДК никогда не собирал. Короче, я себе забираю тогда, идите всю задницу. Может, РПБ соберу. Я вот, потому что танчу, блядь, всегда. Дай портал, да-да. Да-да, спасибо. Так, а чё, подождите, сферы у нас, сферы у нас? Да, две штуки.